это бывает из-за того, что на повороте нужно взять свою полосу, чтобы вырулить машину. Из-за этого приходится чуть-чуть подрезать машину соперника. Во время заезда нельзя расслабляться ни на секунду. Конкурируют не по-детски, ведь на кону и не детский приз. Я мечтаю стать чемпионом и поехать на чемпионат мира по ралли. Победителем стал Виталий Яковлев из Харькова. Уже в следующем году он сможет увидеть битву настоящих гоночных авто на одном из этапов раллийного чемпионата мира. Алена Завора, Андрей Машляковский, «Спортподробности», телеканал «Интер». Теперь каждый проезжающий под проливом Ла-Манш будет увозить с собой частичку олимпийского духа. Над входом в известный тоннель...